Итак, всем привет, с вами Ingenti, и начинаем мы смотреть за игрой между командами The Ice и Ancient Five. Ancient Five, извините. Игра в рамках Fast Cup номер 59-11, 1-2 финала. Сразу перейдем к пикам и банам, тут уже заканчивается вторая часть их. Команда The Ice, это, можно сказать, половина прошлой команды SF, которую мы когда-то давно комментировали. Я с нее начинал, собственно говоря. Взяли Вайпера, Дума, Скайврес, Мейджа. Ancient Five взяли Ancient Operation, Примастера и Рейскинга. Баны команд — это Деспрофит, Тайт Хантер, Undying Brew. Господи, Примастер. Бристлбэк. Команда Ancient Five забанила Тинкера, Разора, Джакиро и Сайленсера. Сейчас у команды Ancient Five их четвертый пик. Ну, Фрискинг, может быть, будет, скорее всего, тут фармящим. Опять же, извиняюсь за мой голос. Тогда нужно добирать сейчас какого-нибудь оффлейнера и саппорта. В оффлейнера можно взять того же кентавра. Chaos Knight. То есть это либо же Chaos Knight отправится в оффлейн, либо же в рискинг саппорт. То есть тут как бы два варианта. Ну, команды ZS тут вроде бы как все понятно. Вайпер — это будет у нас фармящий либо на мид, а Doom — это будет оффлейн. Скаврес Мейдж же будет саппортом в этой игре. Так, ну посмотрим, кого возьмет команда The Ice. Свен. Ну и остается им один саппорт. Да, вот как раз таки банят команда Ancient Five Лича. Ну и мне кажется, тоже надо банить саппорта сейчас какого-то. Ну, в принципе, в Рейскинг, как я говорил, может тоже отыграть с саппортом. Посмотрим. Клокверка банят. Все-таки думают, что в Рейскинг будет саппорт, и как раз забанили оффлейнера. Команда The Ice. Ой, Зайс, да, Зайс, правильно, я их уже начинаю путать с бывшими СФами. Так, ну что? Кого же доберут? Ну, я все еще тут как бы на кентавра, в принципе. Хотя, ну, есть стампид, а под стампид что? А, есть стан массовый, в принципе. Хороший как раз для аппарата. Можно взять... Нет, нельзя взять Дарксира. Дарксира тут, в принципе, некуда. Деворер. Примастер пойдет в оффлейн. Ага. То есть... Интересно, интересно. Ну и последний пик команды The Ice. Ten
Ну, времени есть еще много у них подумать. Но им нужен саппорт. Энигма. Например. Хотя... Не, блин, почему хотя? В принципе, неплохо будет. Либо же Вич-доктор со станом. Дазл. Секунд еще есть у команды The Ice. Я не понимаю пик ни одной, ни другой команды. Не, в принципе, вот до их последних пиков все было для меня более-менее как бы понятно. То есть Свен фармит, там Doom of Lane, Viper тот же может пойти на мид, Scavrous Mage Support, и тут берут Бэтрайдера. Бэтрайдер, получается, тоже будет как саппорт здесь. Ну, команда Ancient Five все более-менее как бы понятно. Девор пойдет на мид, Брюмастер во флейн, Кейс Найт пойдет фармить. Ну и в Рескинг с аппаратом будет саппортить. В принципе. Я так все понимаю. Но игроки еще могут все намудрить, поэтому... Сейчас посмотрим, кто куда пойдет. Так, ну и стандартная пауза. Так. Так, пока пауза, тут посмотрим, кто на ком играет, как обычно. Ладно. Так, команда AF. Игрок играет на в Рейскинге Ганнибал. Outworld Devourer Сашко играет на Брюмастере. Хост Chaos Knight. И остается Пиквин. И ему остается аппарат. Ну, команды The Ice. Комедиант играет на Свене. Маккорис играет на Scavrous Mage. Рыба на Бэтрайдере, Максимао играет на Думе и Пунча на Вайпере. Ну и начинается игра. Да, отправляется Брюмастер стоять оффлейн. У него принесет это, скорее всего, себе, так как... А, ну, ват быстренько поставить нужно пойти. Так. Аппарат тоже, наверное, пойдет поставить куда-то в вард. Девор идет на мид стоять. Да, Фрескинг тут саппорт. И Chaos Knight будет фармить. Doom. Doom идет оффлейн, получается. Да. Бэтрайдер на мид. Свен. А, ну да. 6.82. Свен саппорт. Точно, точно, точно. Вайпер фармит, Свен саппорт и Scavrous Mage тоже саппорт. Там же с Аганимом просто дичайший ультимейт становится у него. Ну и начинается игра. The battle begins.
Появляются две руны. Баунти сверху, ну и Ренка снизу. В принципе, правильно сделали, постан вкачали, кроме аппарата. Аппарат тут Чилин Тач взял, если что, нападать, то можно будет кинуть баф. Так, стан сразу влетает в вайпер, а сейчас должен быть еще один, да, двухсекундочка влетает, но это ферзбла должен быть, хотя нет, тут Свен откидывается тоже станом, забирает пунчу пунчу аппарат, точнее говоря. Ну и размен один в один, там погиб в рейскинг. Ну и чуть не забрали Свена. Ну и итоги боя сразу. Ну, по золоту вышла команда. Ancient 5. Все-таки ФБ. Вот прям как чувствовал, что какой-то эпик будет происходить именно в этой трипле. Так, аппарат. Аппарат имеет 4 крипа. 20 дайл. Стик себе несет, тут уже бутылка у Бутрайдера, ну, тут, в принципе, это было понятно, то есть у него было два танка и две ветки. Ого! Просто куча гемов. Не поленились. Ну и на карте пока не особо что-то такое интересное происходит. У Свена тут есть... смог, можно будет как-нибудь сходить на того же Outworld Devourer, того же Грейджин Стик, 10 зарядов на его палке. Понятно, там закидывает стаками Бэтрайдер, поэтому сверху какие-то такие размены по хп происходят. 400 хп у обоих. Знает Ring of Protection. Это получается, он себе будет делать транквилы. По идее. Ну, либо же. Либо же базилку. Базилка, наверное, будет профитнее. Ну и потом сделать ПТ. Да, так скорее всего и будет. Так, тут рецепт на Брейс Бенд. Уже, в принципе, готовый он. Осталось его только собрать. Так, бутылка появляется у Outworld Devourer. Так, тут Аквилл себе делает вайпер. Вот. Смоук от команды The Ice. Ой, не The Ice, боже, от Ancient Five. Как же сейчас плохо запрятали аппарата. Еще игрок может погибнуть от вышки, еще одна тычка залетает. Да, погибает здесь. В рескинах, ну, блин, не надо, да, вот как раз таки на него вот так вот кликают. Не надо было прятать тогда Бэтрайдера, Бэтрайдера бы забрали. Но вот как раз таки тот... тот астрал и спас Бэтрайдера, и счет становится 2-1.
Да, это базилка. У Кейс Найта. Аппарат на хосте. Ну, в принципе, никаких таких особых выводов не получится. Хотя тут вот напали на Деворера. И 3-1. Да, тут вот смог как раз таки видим. Отсутствует в Незере. Свена. И вот, скорее всего, через него и напали. Ну, тут стоят, конечно, центряки, но обычные апсы не стоят, поэтому как бы не видели, что там какой-то смог был заюзан. И никаким образом не смогли бы зачекать, что вот так вот как-то саппорты идут в инвизе. Так, девардят. Сразу это понял аппарат. Ушел из лесу. Что в курьере? Ага. В курьере у нас варды. Так, врывается на Кейс Найта. И просто в момент его должны тут забирать. Да, погибает он. От Вайпера. 4-1 счет. Такие боя. Ну, потихоньку тут вот наращивают свое преимущество команда The Ice. Ну, вот как бы по голде после First Blood вела команда Ancient Five, но вот сейчас вроде бы как уже начинает вести команда. Нет, качели такие. Ну, в нуле будем говорить так, никто пока не ведет. По опыту команда F ведет сколько? Ну, где-то 700. Погиб сверху. Дум, тут Астрал, ага, через ультимейт Скарс Мейджа. Ой, Скарс Мейджа. А вот Вал Деворера, конечно же. Часто пикают этого Скарс Мейджа, что я уже заговариваюсь. Так, стянули Пунча, стан. Еще один стан, но это фраг. Опять аппарат забирает Вайпера. Второй фраг аппарата. Аркан Болтает Дум на хостан. Сразу же откидывается станом игрок. Еще одни аркан болты летят. Но он тут, скорее всего, выживает. 300 хп. Да, там живет Кейс Найт. А вот игрока должны были забирать. Но тут разложился Брюмастер. И Свен 6 хп. Погибает от Брюмастера Свен. Петра подняли Вайпера. Вайпера тоже будут пытаться как-то забрать. Кирпич залетел в Дума. Не, Вайпер тут живет. И вот никаким образом... получилось бы, скорее всего, забрать, хотя Астрал есть. Может быть, там мана на стан каким-нибудь образом натикала. Там или кто-нибудь залил. Ну, первый дум потрачен неудачно, скажем так. Так, Бетрайдер фармит. Лиса, появляется Блинк, есть лосо, можно будет его как-то реализовывать. Двор 40 секунд до ультимейта. Да, ПТ собирает Кейс Найт. Так, смоук от команды The Ice. Аркан болты залетают в Кейс Найта сразу. Дум на аппарата, чтобы ничего не смог сделать. Стан влетает в хоста, еще один аркан болты. Ну тут хост погибает, 4 секунды полетело в Дума. Но. Так. Прыгает лассо на аппарата. И аппарат тут, скорее всего, тоже погибает. Да. Два фрага делает команда The Ice. Такой вот смоук у них получился. Так. Ну, а тут Red King стоит, фармит себе леса, ничего себе не отказывает. Хотя тут его, скорее всего, кентавры перебьют. Хотя вот рыба находит его. Firefly, Blink. На ровном месте фраг зарабатывает у нас Бетрайдер. 7-4.
Сразу тут варды не стоят. Где варды? Начинаю сигналить. Игроки команды Engine 5. Так, инвизу бы трайдера. Можно будет как-то опять вырваться, хотя тут... Ну, думаю, кулдаун пройдет уже, и заодно и мана откатит, ну, не оттикает. Бетрайдеру все будет хорошо, можно будет еще одно лосо. На того же Киев Снайта. Ну, либо же опять там попробовать аппарата забрать, если он загуляет, конечно. Но аппарат обычно ходит не один. ПТ собирает вайпер. Свен варды несет. Так, ворвались. Вот он, лассо на от World of War, Silence, но дальше ничего не получилось сделать. Скоростмейдж только 5 уровень. Был бы Mystic Flare, может быть, что-то и получилось бы сделать, забрать того же Devourer, но тут уже с бутылки он отпился, плюс хедресочка дает реген. Так что он себя тут чувствует хорошо. Снизу игрок похибает. 3-секундочка влетает в Свена. Свен тут должен погибать, хотя нет, откинулся станом хоста. Тут еще хост может погибнуть. 175 хп. Еще на тычку дать, а я не 20 хп. Выживает Кейс Найт. Так, рыба. Эх, не достает тут банка. Если бы долетело, может быть, там и забрали бы. Нужно расходиться. Или тут еще можно подраться. Нет, нужно просто расходиться команде. The Ice разложился брюмастер. Дума просто продались тут. Да, Дум тут отправляется в таверну. Продали его за 272 голды. Графики. Графики по-прежнему в нуле находятся. Ну и опыт, это 500 опыта, нельзя таким преимуществом. Форстаф собирает Бэтрайдер. Так, есть лассо, блин, цепляют игрока, у него еще нет ультимейта, хотя тут какой-то крип может сейчас умереть. Нет, не успел какой-то крип лев умереть, поэтому не получил он ультимейт. Так, рыба дальше прыгнул. Но за Девором не погнались. Так, тут 5. Бетрайдер находит Девора, откидывает стаки. Так, ультимейт попадает по троим. Слим за Скайрос Мейджем. Ну, тут он выживает, к сожалению, для аппарата. Ну да, только получил ультимейт, сразу же закинул. Может быть, если был бы второго уровня, там на 100 хп больше нанес его урон. И... погиб бы там Скаврас Мейдж, но нет. Не в этот раз. Так. В миде. Что прилетело? Прилетело ПТ вайперу. Так, стан залетает. Деворера. Сразу же ультимейт вайпера. Но тут на хосте. Повезло с руной. Деворер, поэтому не получилось его тут зацепить. Лассо. Сбили аппарата бедного. Лол, не удалось спустить его на лоу-граунд.
Арк ультимейт в одного в скоростной. Это же хороший ультимейт от Деворера. Погиб Свен, размен 1 в 1. Там в Астрале кто? В Астрале Вайпер заберет за собой, ну, забрал ультимейт Рейскинга за собой. Даблкил делает Каннибал. И 3 в 1. Неплохая драка от команды АФ. Хотя начинал ее как раз таки начинал ее как раз таки Бэтрайдер. Дум тут так запрятался. А, как он сюда сошел? А, вот так получается. Или нет? Нет. А как? Да, все-таки так, подошел, сразу там ульта его просветила. Должен быть сейчас стан от Рескинга. Да, вот он, стан. Ну, дальше нет. Или да, Свен, подвоим стан сразу же, сваливать туда надо. Лассо нету, у Бэтрайдера погибает Свен. Вайпер перешел, ультимейт зарядил в Outwell Devourer, забрали в таверну также и Скаверс Мейджа. Вайпер тоже в таверну. Сравниваю, что это команда Ancient 5, ну и по золоту начинают вырываться они. 2000 голды уже ведут они, и по опыту больше 3. Бэтрайдер имеет лассо, но тут вроде как все порасходились, поэтому не получится так прям запрыгнуть и залассосировать. Плюс Firefly закончился. Ну, в принципе, и так можно, вот тут смоук. Вард. Эх, не среагировал тут, конечно, Девор сразу его через пистик флэйр забирают. Так, вот отвечает команда The Ice. Вот так вот, за одного какого-то Деворера 1100 холды. Так, ну и Т1 на миде падает. Потянули время немножко. Так, там Кейснайт разложился. Ну как разложился? Там только одна иллюзия. Так, разложился Брюмастер. Кирпич должен залетать. Нет, поняли ветра. Вайпера там кирпич залетел. В Дума сразу забрали. Вайпера тоже, думаю, никуда не отпустят. Еще один кирпич, там удал не такой уж и большой. Да, Вайпер тоже отправляется в таверну. Тут вампиризм. Владмир, точнее говоря. Дум собрал, не успел принести. Стан летает также в Скаверс Мейджа, минус 3, даблкил делает Деворер. Так, где погиб аппарат? А, аппарат у нас здесь решил подождать. Посидеть, пока там идет драка. Его на месте же забрал Бэтрайдер. Свен, стан в Кейс Найта, но Свен тоже погибает. Это минус 4 уже. Так, продолжается драка. Лассо в Деворера. Сразу его тянут. Еще и Дум. Ну, Деворер тоже погибать просто обязан. Отправиться в таверну, если он не успевает задать Деворера. Двоих уже за драку убил Бэтрайдер. Еще и Кейс Найт отправляется в таверну. Ну и сразу же ответка от команды The Ice. Также в таверну отправляется и Брюмастер. Гонится тут за кем? Гонится за Врескингом. У него есть ультимейт. Ну и должен тут погибать второй раз. Вот. Сайленс. Мистик Флэйр. Аркан Болты. И погибает. Ну, аппарат тут уже треснулся, стоит, смотрит на это все 20 секунд до ультимейта. Вроде бы кидал его куда-то. Так, файт рекап. Еще больше. Просто вот
казалось бы, неплохого начала драки для команды Ancient Five, но вот, пожалуйста, тут вот уже 2700 в свою сторону переворачивает по голде команда The Ice. И все то преимущество, которое заработала команда Ancient Five, вот оно уже свелось в ноль. По опыту осталось только 2000. Именно столько денег имеет Бэтрайдер на руках. Еще и баунти руну. Бутылку запрятал. Ну и что это будет? А, это будет же... Что? БКБ? Глянем. Ну как бы аганим тут ему не особо нужен. Да, скорее всего будет БКБ Бэтрайдера. Так. Кассив шот там был. Ну и просто прогнали аппарата. Firefly. Лосок его зацепили. Зацепили здесь брюмастера. Брюмастера есть. Понимаете, его нужно быстро сбить, хотя тут кинули на него дум. Ну и просто погиб, должен погибать здесь брюмастер. Да, брюмастер отправляется в терен. Продолжается драка. Вайпер запустил, конечно, свой ультимейт, но сам просто теперь на 4-секундный стан залетел Свен. Это минус 3 от команды Ancient Five. Flamebreak. Fight, рекап. Ну и обратно по голде возвращается команда Ancient Five. Потихонечку. На Firefly тут. Из блинка еще. Бэтрайдер отошел. За кого запрятали? Запрятали иллюзию. Ну и тавер. Нужно прожимать фортификейшн. Да, вот он. Так, Дум собирает Кирасу. Скоросмейдж пока ничего. Брюмастер... Бэтрайдер, конечно же. Брюмастер играет за Ancient Five. Ну, я не понимаю, что собирает Бэтрайдер. Ну, БКБ, наверное, же. Как бы больше ему ничего не нужно. Свен Арканы. Нужно собирать ему теперь аганим. И Вайпер делает Меку. Остается только один рецепт. Команда Ancient Five. Брюмастер. Два куска аганима. В рейскинах. 1000 голды на руках, аппарат ворды, и тут ворды. Так, Деворот, тут лосо зацепили брюмастера, очередной дум, просто не дают ему разрушить. Мистик Флеер, вы форставили его. А, это Outworld Деворот же кинул на него форстав, ну зачем это было сделано, я не понимаю. Там бы он как раз так хорошо заходил на Мистик Флеер, но в принципе его и так, нет, не забрали его так за дум, разложился брюмастер сразу же. Запрятали здесь. Смотря Дума делает он тэп-аут. Заморозится, не успевает заморозиться. Улетает он отсюда. Какая же ошибка была от... А, я все время путаю. Ты уже играет за Ancient Five. Тогда все правильно сделал. Он как раз вытолкнул из этого Мистик Флеера. Все, я уже тут поплыл. Долго не комментировать нельзя. А то начинает твориться такая ересь. Такая же ересь, которая была у Вилата сегодня на стриме с ВЦА. Где была первая в истории ничья? Между командами Alliance и Cloud9. А, так, тут смоук. Не подняли руну. Не хотят палиться. Firefly. Ну, он просто в момент забирает этого аппарата. Можно было даже не тратить этот лассо. Лассо можно было бы потратить на кого-нибудь посерьезней. Ну, в принципе, там, кулдаун. Кулдаун. 75 секунд. Можно переждать. Три тысячи на руках у Бэтрайдера. До сих пор не понимаю, что он собирает. Может, БКБ райт-кликом хочет. Да, это БКБ рейтинг. Можно было по частям купить.
Свен. 1200 голды. Должен сейчас за бустером отправить курьера в тайную лавку, ну либо же сам сходить. Не отправляет. Так, сразу два телепорта от команды The Ice. Дефит это Тауэр. Тут еще фортификейшн есть, в принципе. Так, должен быть блик, да, лассо. Цепляю Деворера. Мистик Флэйр мимо, конечно, но Деворера и так забрали, также сбивают ультимейт Рескингу. Но тут разложился Кьюс Найт, уже минус 2 от команды Engine 5. Так, также Свен погибает, и стан Вайпера, и еще 3 секунды, минус 4. Блин. Ну, казалось бы, опять все хорошо начинается для команды The Ice, но потом просто какой-то момент игра драка переворачивается и драка заканчивается в пользу команды Engine 5. Хоз до конца идет, лол, стянул, стан, 3 секунды. Должен быть сейчас еще стан от Рескинга, да, залетает от Рескинга, но это еще один минус. И Аркан болты долетают все-таки до Кейс Найта. Но, кстати, стрик богоподобного сбили с Бетрайдера, это очень плохо. Так, у него же нет ультимейта, да, это минус 3. Дум на Брюмастера, но у него и так нет ультимейта, в принципе, чтобы просто нанести урон. Так, левел ДС. Конкассив шот. Должен здесь похибать, да, похибает здесь Брюмастер, но очередные размены какие-то дикие просто. Так, файт рекап. Ну, эта драка уже в пользу команды The Ice. Просто вот 4000 видит команда Engine 5. Но это как-то преимущество им не особо помогает. Так, Firefly. Опять на Бетрайдера. Ой, на Бетрайдера, на аппарата, да? Да, опять на аппарата тратится лассо. Ну, блин. Зря, ну, тут с Крэсмейджем сразу пол хп сбрили. Ультимейт от Вайпера. И пауза посреди драки. Тут Фрескинг может погибнуть сейчас. Все, продолжается игра. Так, Мистик Флэйр. Разложился Брюмастер. Игрок должен погибнуть. Да, игрок погибает. Размен 2 в 1. Так, гонится за Бетрайдером. Поднимает его в ветра. Сейчас его опустят, кинут. Хороший блинк аут сделал сейчас рыба, еще и форстафнул за себя. Так, пока тут сидит тихонько, никого не трогает. Тип аут сейчас будет через одну секунду. Ну и нужно улетать. Мне кажется. Потому что куда бы он ни пошел, там сразу же его могут зацепить. Либо же на Кьюс Найта будет пытаться ворваться. Да, тут. Влетает на Кьюс Найта стан. Еще и дуло его потратили. Да, замирает здесь. Кисна это неплохо. Да хватит пикать, ребят. Хватит это делать. Успокойтесь. Так, нетворсы глянем. 11 тысяч у Бетрайдера, но это как раз таки его там статистика. 10-1-11.
почти все фраги были сделаны с его участием. Там, кстати, Рошана забирает команда The Ice. Если бы сейчас погиб Свен, было бы совсем забавно. У него уже 2000 на руках, поэтому... все хорошо. Так, сейчас вот главное реально не погибнуть ему здесь. Чтобы не спалить всю эту движуху. А вот ульта аппарата залетает. Летает прямо как раз таки хорошо в Свен. Тут может сейчас погибнуть? Отошел Свен. Нет, не отошел Свен. Даблкил делается, ну его ультимейта. В рейскинг. Вот как раз таки те два битые герои, которые были, попали под ультимейт. И вот просто... быщ. Так, лассо. Нужно его там оставить, этого игрока сейчас. Да, там и оставляет. В рейскинга. Пэтрайдер. Сразу его форставит. Оттуда и Рошана забирает теперь команда АФ. Может получится как-то сцапать Аэхис. Трейдер, да, блинк, но рановато, наверное, кажется. Сейчас его в Астрал. Ну и забирают еще и Бэтрайдера. Аэхис забрал у нас Киев Снайт. У него, кстати, скоро Тараска будет. Киев Снайта. Там вот... через 30 голды, через 20 будет Ривер. Ну и там остается только рецепт. Нафармить. Не так уж и он и дорого стоит. В принципе. С его фармом. Ну, он же керри. Все дела. Дум никак не может дособирать себе Керасу. В принципе, будет через 50 голды у него тут. А, нет, может собирать Шиву. Может быть и Шиву. Свен. Свен купил себе блинк. Блин. Зачем ты купил себе блинк? Если команде твоей нужен... Ай, господи, я заходим. Инвентаре сейвится, ну блин, как бы сейчас будет драка, сразу просто в момент спривают, скажем, мейджа стан в игрока, но когда пофиг там залетел ультимейт от Деворера и аппарата, и давай, короче, в таверну отправляйся. Команда The Ice как раз таки этим льдом и просто убили их, ну и падает Т2. Так, ну и заходит на Т3 команда. Ancient Five, там сбили ультимейт в Рискитхун, там как-то пофиг, он возродился, скажем так, там погиб. Бэтрайдер погиб, Дум падает, Т3. Свен с блинком есть, но Свен с блинком ничего сделать не может, потому что он саппорт. Как бы это печально не звучало. Упал Т3, так, стан залетает в игрока, довольно-таки больный, но там как-то по барабану. Так, падает барак. По Касперу. Классо хоста. Сразу ульт от аппарата, ульт попадает по троим. Вайпер отправляется. Нет, вайпер пока живет, сбили Аэгис, погибает Брюмастер, у него есть байбек. Убили Дума, убили Свена. Убили также здесь Вайпера, минус 3, байбеки. Байбеков нету у команды The Ice. Стан летает также в Скаврес Мейджа, минус 4 на базе. Ну и падает. Последний брак на миде отходит. Если бы знали, что нет байбеков, может быть и подрались. Ну куда же вы отходите? Зачем? Зачем? Вы же видите, что никто не байбекнулся, чего же вы отходите-то? Эх, ну ладно. Можно было спокойно А, ну да, там же как бы стоят Т2, что сверху, что снизу.
что снизу, что сверху. Поэтому, как бы... Хе-хе-хе. Графики. 14 тысяч по голде, 15 тысяч по XP. Но не стоит забывать, что видели вы уже игру в аматорке от команды Vega с... Эмбер Спиритом в пике. Это второй тур был, кажется. Третья игра. Там не такая же было преимущество у команды противников, но потом просто Эмбер взял и разбил всем лица. И в итоге команда Вега выиграла с преимуществом 25 тысяч. Просто взяли и перевернули в свою сторону всю игру. У аппарата Аганим летит ультимейт. Ни по кому не попадает. Спалили этот смок. Но, как бы, не спалили, и не сразу спалили, что не спалили этот смок. Но команда ZEISS не останавливается, продолжает идти куда-то. Как бы, основная масса игроков находится под вышками. Поэтому, как бы, тут не получится что-то сделать. Вард стоит, видит вот этот Firefly. Сразу же ответный смок. Вот Firefly видели. Сразу помаячили. Тэп-аут делает. Делал у нас тэп-аут. Уже не важно, там делает тэп-аут. Погибает сразу же Свен. Мистик Флэр ни по кому не попадает. Там Дуб тоже отправился в таверну. Даблкил делает Каннибал. Скорость меч тоже в таверну. Трипл килл. Ультракилл делает Девор. И где мой Рэмпэдж? Рэмпэдж спрятался на раунде. Команда ZEISS прилетает с фасткапа 59-11 в 1-2 в шаге от финала. Команда Ancient Five проходит в этот финал. Ну и, скорее всего, мы его будем комментировать. Поэтому никуда не переключайтесь.